Привет, друзья и гости! Меня зовут Елена. Сегодня мы будем готовить популярный суп японский, суп рамен. Готовится он там на каждом углу. Блюдо очень популярное, и люди его очень любят. Сейчас покажу, что для этого нам нужно. Основой для супа является куриный бульон. Я его сварила заранее. Ну, как варить бульон, все, наверное, знают. Варим с морковкой, с луком. Вот у меня здесь куриная грудка. Достаем ее из бульона. Бульон прозрачный, нужно его процедить. Вот, посмотрите, какая основа. Далее я сварила яйца. Яйца в мешочек. Как варить в мешочек? Кладем яйца в холодную воду, доводим до кипения 4 минуты. Сварила я лапшу удон. Вот такая вот лапша. Специально для азиатских блюд. Еще нам нужно шпинат, зеленый лук, имбирь, чеснок, жгучий чили перец, водоросли морские, нори или такие вот водоросли, семена кунжута, соевый соус, кунжутное масло. Теперь сейчас будем собирать суп. Вариантов этого супа очень много. Сколько поваров, столько и супа. Его готовят и из курицы, и из свинины, из морепродуктов, и из рыбы. В общем, разные варианты. Мы будем готовить из курицы. У меня всегда имеется отварная курица, бульон, поэтому захотелось супчик, вот, пожалуйста, сделали. Нарезаем куриное филе вот такими вот кусочками. Наливаем на сковороду немного кунжутного масла. В Азии используют кунжутное масло традиционно. И сейчас поджарим нашу курицу. Совсем немного мы ее поджарим на кунжутном масле. Далее имбирь. Имбирь нарезаем вот такими тонкими полосочками. Нарезаем чеснок крупными кружочками. Острый чили перец тоже кружочками. Лук зеленый вот так вот наискосок. Яйцо пополам. Ну все, все ингредиенты готовы, собираем супчик. Берем либо вот такую вот пиалу глубокую, либо вот такая у меня вот есть горшочек. Сначала укладывается лапша. Ну, лапшу варят традиционным способом, как указано на упаковке, в кипящую воду и 7 минут после закипания в соленой воде. Потом промывают ее под холодной водой. И вот, лапшу уложили. Нет, кладем курицу.
Ингредиенты все укладываются как бы с краешку, чтобы у каждого был свое место. Шпинат. Чили перец. Я равномерно распределяю на две мисочки. Чеснок. Морская капуста. Сверху кладут яйцо, добавляют соевый соус. Наливают бульон. Бульон горячий. Посыпают зеленым луком и кунжутом по желанию. И подают такое вот вкусное блюдо. В любое время суток его едят и утром, и днем. Это не обязательно обед. Это повседневный рацион любого японца.